Привет, дорогие друзья! Сегодня на телеканале News One был ваш покорный слуга, и это уже становится хорошей, доброй традицией, знаете. Выходите в эфир украинских СМИ, в частности, на телеканале, о котором я только что сказал, и где я, в общем-то, и выходил. Ну, мы тут дискутуємо цілий день про ініціативу не пускати до кулуарів журналістів. Нібито, кажуть, от в європейських парламентах це поширена практика, там є спеціальні відведені зони для преси, де вони можуть спілкуватись з депутатами. Хтось каже, що ні, це цензура і посягання на свободу слова. Що ви скажете? Я не знаю по поводу европейских парламентов. Я четко знаю, что когда нам нужно было попасть в Европарламент, то мы без проблем туда попали, вообще абсолютно без проблем, причем очень быстро это все решили. Потом нам надо было поговорить с представителем по прессе от Европарламента, и мы с ним тоже без проблем встретились, поговорили, он мне надувал щеки, не делал вид, что он большой человек, что, мол, идите отсюда. Да, на самом деле это было тогда, когда в Европарламенте решили провести выставку, на которой хотели выставить... Ну, это 1+1 приехал туда, вот эта украинская сторона решила выставить человека со свастикой на груди. Ну, они ее заретушировали, но у нас-то оригинал фотографии был, и поэтому без проблем мы туда зашли, без проблем пообщались, опять-таки, с представителем по прессе от Европарламента. И как ни впадали в истерику представители, опять-таки, украинской стороны, они там требовали там закрыть, запретить, им сказали, что типа, запретите себе такое говорить, потому что... представители прессы могут заходить, это нормально. Я не знаю, в каких парламентах закрыто, уверен, что в каких-то закрыто, но говорю о том, что знаю. А по поводу ограничения, я вообще удивлен, что они так долго тянули, если честно, потому что подкричаться где-то, пошушукаться, и тут вдруг журналисты. Сколько прекрасных видео было из Рады, сколько великолепных... Вот у вас гость был, да, допустим, мы у него узнали его мнение обо мне, он тоже рассказал, по-моему, что какой-то российский агент. Это же все очень интересно. Да, Добродомов еще сказал, что я не знаю, насколько Шарий популярен. Ты не знаешь? Да, и проведали не хочет. Почему не хочет? Ты весь колишний журналист. Різні інформації, він самий популярний рахується. Я не знаю, чим він популярний. Я не бачу в ньому абсолютно зерна, тому що блоги і журналістика в тому розумінні, якому вчився я і робив, так? Це дві величезні різниці. Є речі суб'єктивні, так? Є речі об'єктивні. Я за об'єктивні, не вважаю його об'єктивним. Они все в одном месте, и, конечно, подснять прекрасно. Это в любом случае это цензура. Конечно же, это цензура. Я даже был не удивлен теми спикерами, которые доказывали, что это нормально и что это правильно. Я даже знал с закрытыми глазами, сейчас будет Сюмар. И тут Сюмар. И она рассказывает о том, что Родина в опасности, опять-таки, надо все это подвести под то, что Родина в опасности, и поэтому туда приходят представители чуть ли не российских там, спецслужб, которые... записывают, а потом монтируют какие-то сюжеты, которые наносят колоссальный урон психическому здоровью депутата, потому что она сказала, что некоторые потом вынуждены реагировать на эти провокации, народные депутаты, мол, у них не получается иначе. А еще что слышал сегодня о том, что кто-то снимал, как народный депутат кушает. Это Антоха Геращенко, я знаю 100%, что это его снимали, да? И что кушает? Ну не какает же он, а кушает. Нормальный естественный процесс. Ничего здесь страшного нет. Вы слуги народа. И если уж вы туда так перлись, покупая округа, да, вырывая эту возможность дорваться до кормухи, то терпите. Потом я слышал Карпунцова, который сказал, что есть люди, которые туда приходят, они психически, он сказал, какие-то психически больные, ну типа вообще дурачки. И беглого, знаете, беглого захода в Google хватило для того, чтобы понять, почему Карпунцов так говорит, потому что журналисты его прихватили на роскошном способе жизни, и он возненавидел журналистов. Вот в таком плане. Нет, вы понимаете, в чем дело? Это слуги народа. Они-то забыли, конечно, что они слуги народа, но они не имеют права закрываться от представителей того же народа, от журналистов. 4000 аккредитовано, я слышу там, что просто очень много аккредитовано. 10 тысяч аккредитовано, до лампочки, значит, будет приходить 10 тысяч. 10 тысяч не приходит. И тут интересно, как бы они бьют по всем журналистам из-за того, что какая-то женщина... Конечно же, я хотел сказать курица. Курица? Ну а кто, не курица, что ли? Там это модно. На меня смотри, аккредитация в Верховной Раде. И поэтому шлюхи, всякие подсосники, они у всех у них аккредитация в Верховной Раде. Но вы не увидите там такого количества журналистов, что прям было невозможно пройти. Потому что они ничего не снимают. Они просто понтуются, приходят, фоткаются. Показала там какое-то непристойное... Ну так, тогда закрывайте возможность партийным СМИ
да, принимать, там, выдавать аккредитации для журналисток, в частности, партийных СМИ, которые не являются таковыми, не являются журналистками. А закрывать полностью вход — нет, однозначно цензура. Но я думаю, под каким-то соусом они могут это попытаться протянуть в любом случае, потому что вчерашние журналисты и журналистки сегодня стали в основной массе своей цензорами, самыми крутыми, как опять та же Сюмар, что, видите, российские СМИ засылают туда агентов. Я, кстати, вспоминаю, когда арестовала СБУ, не арестовала, а просто выкрала с улицы мою журналистку, они тоже тогда сообщили, и также вот эти вот все подконтрольные средства массовой информации сообщили, что это она работала в интересах российских спецслужб на шария. Вот. Ну вот такое вот, что-то такой маразм будет и все. Впоследствии военная прокуратура усмотрела нарушение в действиях СБУ. СБУ тогда сдала назад, и перед нами извинились. Но сам факт, и причем, что интересно, как вот эти вот все шакалы, Акела промахнулась, которые называют себя средствами массовой информации, бегут сразу и пишут вот эти вот устоявшиеся клише, да, в интересах российских спецслужб, молдавских. Так, Анатолію, от на вашу особисту думку, а чому взагалі саме журналісти стають в результаті найбільш жорсткими цензорами? Вот, я не знаю, с чем это связано, с какими-то психологическими особенностями, знаете, организма, наверное. Потому что я знал в 2012 году, я четко знал, что эти люди, дорвавшись до власти, вот эти вот люди, которые возглавляли там стоп-цензуре, да, допустим, давайте сегодня посмотрим на Детектор Медиа. Детектор Медиа и Наталья Лигачева. Наталья Лигачева является просто цербером власти сейчас. Но ведь раньше она защищала журналистов. Я точно знаю, что она защищала журналистов. Сюмар защищала журналистов. А потом вдруг все, фух, с ног на голову. И получив эту власть, закрывать кому-то рот, они с удовольствием этим пользуются. Детектор Медиа, вы посмотрите, у них постоянно какие-то доносы на СМИ. Доносы. Вот News One постоянно фигурирует в их доносах. Телеканал прямой не фигурирует. Ну, наверное, потому что он порошенковский. Вот. У них постоянно какие-то колкости отпускают в адрес там журналистов, которые мне нравятся. Я подал на них в суд, да. Они выиграли суд, ну, отклонил суд мой иск, потому что оказалось, что там, как они, русский мир, что в русском мире нет ничего плохого. Вот знаете, когда их прижмешь, они вдруг начинают говорить, что в русском мире нет ничего плохого, это мир Грибоедова, Достоевского и прочих. Ой, это крайне интересно вообще, когда их берешь за теплые места, как они начинают выкручиваться. В скором времени мы направим, тут уже они ничего не исправят, поэтому я могу сказать это прямо, мы направим открытое письмо и плюс письмо четко бумажное с требованием ответа в организацию, которая находится в Европе и которая курирует, можно так сказать, свободу слова. Мы отправим туда письмо с указанием того, как средства массовой информации Украины мочили меня. Мочили меня, обвиняя в тяжком преступлении, не связываясь со мной, то есть заведомо зная, что это ложь, как они это делали, и попросим реакции, попросим оценок. Оценки будут, мы этого добьемся. В любом случае, готовьтесь, сжимайте попки. Я не знаю, почему так происходит. Это знаете, как нет хуже пана вчерашнего, чем вчерашний раб, да, вот какое-то такое есть выражение. Вот что-то типа того, знаете. Про ще одну цікаву ініціативу, імовірність дозволити слідчим фактично блокувати будь-які інтернет-ресурси на 48 годин. Ваш прогноз, чи наважиться ухвалити цей закон, тому що нібито його знову мають повернути до порядку денного у четвер? І друге, знову ж таки, чому і як з'являються, в принципі, такі ініціативи? Ну, смотрите, дело в том, что надо закрывать сайты. Вы понимаете, что надо уже прикрывать рот. Надо наконец-то вспомнить, что Родина опять-таки в опасности. Вы послушайте Пашинского, да, он там поплюется что-то там с Верховной Рады, да, поистерит, и он объясняет даже, почему это надо сделать. Это необходимо делать, потому что Родина в опасности, и какой-то следак в деревне в какой-то, знаете, в глухом селе будет сидеть следак, который сможет своим мудрым решением, да, за $100 или даже за сумму меньше, или за бутылку водки, блокировать ресурс. Что значит блокировать ресурс? Они говорят, это всего 48 часов. Ну что значит всего 48 часов? За эти 48 часов много чего может произойти. Это, конечно же, попытка закрыть рот. Закрыть рот самым жестким, самым ужасающим образом перед выборами. Я думаю, по выборам они это делают. И по упорству
Я смотрю по их деревянноголовому упорству, этих ребят, так они это хотят все-таки протащить под любым соусом, опять-таки. Но главное, понимаете, самое главное, зачем они прикрываются, это, конечно же, у нас война, война, вы поймите, информационная безопасность. И причем тут информационная безопасность? Если кто-то написал что-то, там какое-то расследование провел по какому-то фигуранту, приближенному к администрации президента, это что, страдает национальная безопасность? Я думаю, наоборот, укрепляется национальная безопасность, потому что выводятся на свет Божий коррупционные схемы. Это класс, крепнет наша Родина. В любом случае, я в дальнейшем это скажу, когда выводятся на свет Божий коррупционные схемы, это ты типа бьешь по стране. Это ты не бьешь по этим чинушам, нет, ты типа бьешь по стране, таким образом, ты, может быть, ты антиукраинец какой-то, а? А? Вот, эта инициатива однозначно, знаете, хотел сказать возврат к кровавым временам Януковича, но вдруг вспомнил, что при Януковиче такого не было, это что-то новое. Это что-то новое, неизведанное. А де Європа? Вибачте, у всі ці історії, чому наші західні партнери якось підозріло мовчать цього разу? Ну, я вообще, когда слушаю некоторые заявления наших, ваших западных партнеров, я улыбаюсь. Допустим, там Борис Джонсон регулярно говорил о том, что Киев самый безопасный город, там, приезжайте. Вот сейчас он как раз в отставку ушел, может переехать, поживет на Борщаге, узнает, насколько это безопасно. Я смотрю на заявления людей, которые делают вид, что все нормально. Более того, вы не понимаете, они, ну, или вы даже понимаете, они заявляют иногда, что со свободой слова все хорошо. Вот это меня просто пугает и, конечно же, злит безмерно. Почему они так заявляют? Потому что в противном случае, ну, с их точки зрения, они начнут подыгрывать Российской Федерации. Тут же невозможно сказать что-то плохое об Украине и при этом не подыграть Российской Федерации. Если ты что-то говоришь плохое про украинскую власть, ты в любом случае льешь воду там на мельницу кремлевской пропаганды, скажем так, и вот этим вот пользуются. Может быть, в этом дело. Может быть, дело в том, что сказать о том, что ничего не получилось, ну или мало чего получилось из того, что замышлялось, это признать свою ошибку. А свою ошибку любые чиновники, европейские в том числе, не, ну, признают неохотно. Ну и вот так вот. А есть люди, я уверен в этом, есть люди на прикорме. Ну есть люди, которые десятилетиями буквально, да, занимаются тем, что просто рассказывают то, чего нет. Я не хочу называть этих людей по фамилиям, но есть некоторые там женщины, да, создается впечатление, что у них просто это работа. Они забыли уже о тех там местностях, от которых они пришли, в Европарламент, к примеру. И они рассказывают одно и то же, только по поводу Украины, только касательно Украины. Где ты же не увидишь Украина? Меня это наводит на мысли определенные. Анатолій, наостанок, власне, цілий день мережа і ЗМІ обговорюють атаку дизлайками українських високопосадовців і просто українців на ФІФА. Що ви про все це думаєте? Чим це може, а може не може для України і для українського футболу аукнутися? Ну, для украинской сборной, которая все равно никуда не вышла, это никак не аукнется. А вот впоследствии что может случиться? Вы понимаете, в чем дело? Чиновники ФИФА — это что же люди? Это тоже люди, и не стоит думать, что они вдруг испугаются. Вот это вот нашествие, ну, я не скажу ботов, потому что это живые люди, но, в общем-то, это вот странного троллинга с непонятной целью. Какая была цель у этого? Цель была разозлить чиновников ФИФА. Я думаю, это получилось, ввиду того, что они убрали возможность не только оценивать, но уже и комментировать. Ну, также, я думаю, что будут сделаны определенные оргвыводы, и мы со своей стороны, возможно, поможем. Потому что, к примеру, министр Амелян заявил, что это коррупционная организация ФИФА. По всей видимости, у него он не знает, как это в Европе, но если ты делаешь такое заявление, это подсудное дело. Если ты делаешь такое заявление, значит, у тебя есть какие-то факты о коррупционной составляющей там, деятельности ФИФА. Да, министр Амелян на самом деле обвинил ФИФА в том, что это коррупционная организация. Вот, пожалуйста. Неудачливая, мне нравится, это министр инфраструктуры, да, министр Украины, министр транспорта, посмотрите. Это он о неудачниках любит говорить. Неудачливая и коррумпированная организация. Ну, типа такого, что неудачливая, да? Да, это многим понравилось, посмотрите, вот переходим на его стену. Просто тут фишка в чем? Что мы, конечно же, так как мы очень подлые, то мы привлечем внимание европейских структур к этому заявлению. Ибо это не просто человек, это министр. И министр явно что-то знает. Если он знает и покрывает, это нехорошо. Он должен рассказать обо всех коррупционных мутациях ФИФА.
Мы добьемся этого. Завтра и начнем. Вот. Поэтому я думаю, что мы еще потроллим украинских чиновников, которые сделали странные заявления. Министра Жданова и так далее. Ну вот я сегодня показал Павелко, президент Украинской Федерации, Федерации футбола Украины. Он же тоже там надевал майку, размахивал там флагом чужим и все такое прочее. Ну, здесь это касательно нашего предыдущего видео. Кто не видел, идите и посмотрите. К чему это приведет? Я думаю, что последствия будут какие-то. И, возможно, завуалировано, как с другой стороны, но будет нанесен какой-то удар по сборной Украины. Я думаю, что ФИФА, чиновники затаят некоторую грубость в душе. Это я уверен в этом абсолютно. Ну, а на бытовом уровне еще раз показали, что ведем себя не вполне адекватно иногда. Ну что, будем стежить, принаймні цікаво. Спасибо, Анатолию, за комментарии. Ну вот, собственно, и все. Я буду продолжать радовать всех друзей и, конечно же, врагов своими выходами в украинские СМИ. Я сейчас даю большое интервью, кстати, одному печатному СМИ. Я буду продолжать. Мне нравится реакция и друзей. Слава вам, друзья мои. И врагов. Пока. Подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить.